Никаких углеводородов, электрическая тяга, скорость до 35 км в час, запас хода до 20 км. Сэндбайк заточен под сыпучие поверхности. Инженеры отказались от внешнего двигателя, использовали принцип мотор-колеса. Благодаря ему движок закрыт и не засоряется, в итоге служит дольше. Также используются меньше деталей, а значит размеры байка можно уменьшить. Один такой экземпляр команда самарских изобретателей уже продала. Клиент доволен, отзывы оставляет только положительные. Он нам скидывает видео уже, как они там катаются и с ребенком, и он там цепляет какой-то прицеп и возит небольшой спортивный катамаран, по-моему. Вот, да, в целом все устраивает. Рама у сэндбайка универсальная. Летом можно ставить колеса, зимой лыжи. Команда, которой руководит Максим Гнедов, уже 2 года собирает такие снегоходы. В России их хорошо знают. Сейчас инженеры знакомятся с зарубежными рынками. Один сноубайк инженеры уже продали в Финляндию. В очереди заказчики из Исландии. Собирают уникальные машины вот в этом подвале. Не правда ли? Напоминает одну известную историю успеха, начало которой было положено в гараже. Возможно, скоро на таких байках будет кататься весь мир, а изобретатели войдут в топ-10 самых богатых людей планеты. Компания активно пользуется господдержкой, является резидентом технопарка «Жигулевская долина», «Сколково». Эксперты федерального уровня консультируют, как выстроить маркетинговую политику, помогает с участием в различных выставках. По словам Максима Гнедова, именно господдержка позволяет запустить их продукцию в серийное производство. Наладить его планируется в декабре. В первое время его мощность составит 10 штук в месяц. В дальнейшем команда планирует открыть свое представительство в Европе. Мы уставлялись, например, такой яркий пример на открытых инновациях. Это международный форум, такой крупный достаточно для инновационных проектов. К нам, да, после этого пришло несколько клиентов крупных. Один из них там нефтегазовая компания.